два блинчика чуть меньше доллара с джемом и шоколадом. Что ты тут уже меряешь, пока я там ходила, да? Сердечками и фалафель. Друзья, всем привет! С вами Виктория и Маркус. Мы в Хургаде. Сейчас идем пострижем Маркусу шевелюру, потому что Маркус уже стал как мохнатик. Потом купим обувь, да, футбольную, обуться и пойдем на футбол. В Хургаде прекрасная погода, чистое небо, уже немножечко теплее. Это район Каусер, я вам уже показывала его. Так, переходим. Вот парикмахерская. Маркус в ожидании своей очереди. Детская стрижка здесь стоит $5, для взрослых $10. А вот за $4 вы можете здесь даже побрить бороду. Все, Маркус вот такой стильный парень, смотрите, едем за бутсами. Поехали на улицу Шерри. Эта улица находится рядом с Шератоном, всего в 10 минутах езды от района Каусер. Тут такой специфический метод перехода дороги, аккуратно, Маркус. Вот мы тут перешли дорогу и сейчас купим блинчик. Маркус обожает блинчики с шоколадом тут. Но они как-то по-другому называются, это я их называю блинчики. Так, вот мы заплатили за блинчики 12 фунтов. Два блинчика чуть меньше доллара с джемом и шоколадом. Улица Шерри – одна из самых колоритных улиц Хургады. Здесь можно купить практически все. Здесь что-то готовят, пекут. Ой, здесь блинчики пекут. Такие большие вкусные блинчики. На мамше очень весело, кстати. Потом заворачиваюсь разные. Это мне? It's for me? Боже, thank you, шокран. Это фалафель. Вот такими сердечками фалафель. Вкусно. Особенные фалафели. Угу. Картошка, баклажанчики. Мы решили несколько штучек взять фалафель. Вкусные вещички разные. Смотрите, сладости такие вкусные. Здесь на улице можно купить. Кунафа с манго. Там пекут еще вафельки, попкорн. Сирийские сладости. Добро пожаловать. Все, бай-бай. Вау, wow, it's вот candies. Сириан. Давайте попробуем. Давай. Какая вкусная штучка. Вон там обувь на машине. Здесь сок можно купить. В общем, здесь масса магазинчиков, друзья, разных. Так, вот идем в этот магазинчик, зайдем. Сейчас примерим кроссовочки или какие-нибудь бутсы. О, Маркус, что ты тут уже меряешь, пока я там ходила, да? Да, видео. Ты хочешь такие оранжевые? Ну что ж, мы приобрели бутсы за $13 и отправляемся с вами на футбол. Say me hello. Nice guy. Давай. Супер. Very good boy. Вот. Мафия. Итак, вот мы приехали на нашу остановку и топаем на футбол. Вот перед вами прекрасная детская площадка. С левой стороны у нас плавательные бассейны олимпийского типа, но к ним мы вернемся немножечко позже, а сейчас направляемся на футбол. Большая территория, теннисные корты для баскетбола, для волейбола и футбол, а там дальше пляж и море. Мы пришли на футбол. В Хургаде есть несколько популярных детских футбольных клубов. Цена за месяц от $16.
Также здесь есть баскетбол и теннис. Самое интересное, что вы можете на протяжении целого занятия сидеть и наблюдать, как играют ваши дети. Многие из вас интересуются, как можно в Египте приобрести жилье или снять апартаменты на месяц, на два или целый сезон. Я вам помогу в этом и отвечу на все вопросы. Координаты я оставлю под видео. Ну а я надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии, задавайте вопросы. И самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. До скорой встречи на Красном море. Пока-пока!